Вот он сам, этот торговый центр, смотрите. Видите, такой достаточно большой. И там много всего, там и продукты. Короче, как Бекси я вам показывала во Вьетнаме, там продукты, одежда, канцелярии, игрушки. Короче, там есть все. Просто продуктовый магазин. Ну, как у нас любой тоже, как Икея, Лента. Просто намного больше. Сейчас мы пришли в Декатлон. Новый магазин, он открылся. Тут очень все дешево. Смотрите, майки по 100 рублей, футболки. Они такого хорошего качества. Также вон кроссовки, смотрите. Прям вообще куча всего. Пледы какие-то, смотрите, по 150. Сейчас. Большой, смотрите, какой, 300 рублей всего стоит. 300 рублей, вот такой может взять, а? Вот 400 рублей плед. Он уже побольше. Не, он просто потеплее. А, он потеплее, да. Вот такой, махровый он. Вот этот мне цвет нравится, вообще классный. Смотри, какой мятный. Вот этот мне больше нравится. Мятный? Да, мне нравится больше мятный. Смотрите, какие классные женские майки, тоже дышащие, вот видите, по 120 рублей. По 100 рублей вот футболки, вообще классные. Шорты, смотрите, по тоже вот такие, такого материала, дышащего. Также вот кроссовки, смотрите, вообще дешевые тоже, ну по 1100. Футболки разные. Какие-то спортивные только вот пока что вижу. Кофты, вот смотрите. 1200, мастерка классная, вообще суперская. Кепки, разное снаряжение, часы тут есть, плавательного очень много. Ну, магазин, знаете, спортивных товаров разных, Декатлон. Я слышала о таком в Испании, вот сейчас мы увидели его в Таиланде. Очень много всего спортивного, похоже на наш, наверное, спортмастер, можно сказать. Смотрите. Вот какие-то кроссовочки. 400 рублей для ребенка. Ласты даже есть. 280. Вот костюмы, смотрите. Костюмы плавательные. Это что? Вот это такой же, да? Там или нет? О, смотри, сумка. А это что? А, это какая-то сумка на велик, наверное, да? Это такой же, как там? Я думаю, да. Есть маски плавательные. 650 рублей. Жилеты, вон даже есть специальные штуки. Тут этот магазин получается спортивный. Тут для плавания все. Тут для разных вида, для разного вида спорта. Вот, например, чтобы тоже учиться плавать, 150 рублей штучка нужная. Жилеты. Огромный магазин спортивных товаров, купальников, тапок, поэтому много всего. Топы, смотрите, есть по 350, по 700 рублей. Тренажеры разные, велосипед. Вот, посмотрите, размеры этого торгового магазина, торгового центра, так сказать. Огромный магазин Декатлон, если вам нужно что-то для спорта, то приходите сюда, потому что тут очень много всего. Там еще и мячики, видите. Но мы туда, наверное, уже не пойдем, потому что и так все понятно. Цены тут дешевые. И, в принципе, тут можно многое что приобрести. Тем более огромный выбор. Поэтому всем вам советую.